А мы куда едем? Не знаю, на маникюр у меня вот как раз лак отколупнулся. В следующем видосе, Антохе, по-любому нужно тебе будет лопату подогнать. Ой, да я сама куплю. Тут, по-моему, трасса прям 10 из 10, да. Кто говорил, сложность 1 из 10? Где этот человек? Антон! Какой план действий? Ну что, делайте ставки, что сегодня сможет показать жигаварка, вообще сможем ли мы хотя бы съехать с дороги. Напоминаю, пары 4.44, заваренный редуктор и цепи. Я надеюсь, это нам поможет. Там все? Куда не проехать. В общем, я предлагаю загнать сюда жигаварку и начать уже здесь готовить. Так, Кубарь сидит. Я так понял, это точка Б, да? Конечная? Слушайте, ну, по колено реально. Я, кстати, слышал, что сейчас во всех новых комплектациях, Антох, лопаты идут в наборе. Так, слушай, Антох, ну расскажи, у вас тачки какие сегодня от вас? От нас 4 Subaru, 2 Audi и Prado. Ну, в принципе, если сейчас все растолкают, то, возможно, у Жиги будут какие-то варианты. Антох, подожди, ты расскажи, мы к какой машине жигаварку привязываем? За кого? А я задумывал за твою, и ты нас протянешь. Нормально, договаривались так, а теперь нет. Да, ребят, вот это... Давай попробуем, да нет, тут сейчас ее сносить будет. Не дают человеку спокойно жить. Ты только сильно не грозуй, попробуй, знаешь, что раскачивай, туда сюда накатай себе. Руль влево чуть-чуть, вот, все, прямо. Все, вперед! Пробивайся, да. Флагман сегодняшнего оффроуда, Q7. Ну, слушайте, ну, Audi делает вещи, мне кажется, очень неплохо, причем... Без преувеличения у нас, я стою, ну, практически по колено, Q7 стволит. Зубарь пробивается. Пошла ракета, вот это пушечка. Ну, а кто говорит, что Audi не может? По-моему, очень даже. Все, опять сидит. Прадик, да, пробивается. Серег, вот это ты места нашел. Выгуливай медвежонка. Нормально. Серег, на что мы жигу привяжем? За любую. За любую? Я предлагаю тогда за Антохину, за Q7, чтобы прям после этого он сказал 100% Audi едет. Причем даже с прицепом. Что тебя сподвигло такой маршрут найти? Просто первый поворот налево. А ты буксировщик сегодня не брал? Ты должен приехать на поджерике, но я так понимаю, что и он тут тоже будет сидеть. А лопата одна на всех. Ты на чем у нас? На патриоте. А где патриот? Там. Тут хрен проедешь, чтобы смотреть. Ты поедешь? Да, конечно поеду. Надо кому-то их выдергивать. В общем, Audi висит. Так, а на какие вы СПА-процедуры записаны? На какие СПА-процедуры? Ну, а мы куда едем? Не знаю, на маникюр у меня вот как раз лак отколупнулся. Спешу, тороплюсь, надо срочно локоть починить. Скорость включена. Скорость включена. Где-то в какой-то момент не хватило, наверное, газ пола. Нет, просто в какой-то момент я не ожидала, что тут глубоко. Оно с виду, кажется, сантиметров 30 покрытия снежное. Но начинаешь заезжать, оно просто начинает зарываться. Я там стоял, у меня выше колена было. Так ты посмотри на мои штаны, я вышла из машины. Я вышла просто и провалилась. Мне кажется, это еще не предел, можно дальше нырять. Щучкой в окно. Вперед не надо, решили поверх уехать. Там глубоко. Надо всем сюда. Назад поверху поедет. Дальше встает, а назад и за Audi приедет. А назад некуда. Назад она и не поедет.
Не, ну хотя почему, если тросом и тяжелые машины, вон. Я уже на маникюр опаздываю, как вы меня здесь оставите? Троса не выдерживают. Ну что, пора прорекламировать нормальную динамическую стропу, а не буксировочный трос, ребят. Что-то наша Жига едет. Подождите, парни. Или нет, или он припарковался. Я не знаю, чем сегодняшнее мероприятие закончится, потому что снег, ребят, просто, ну не знаю, ну по колену, вот так вот Ауди висит. Пацаны, вот Субарик, тут пятая. Вот, кстати, вот Субар, который старый, да, у него хотя бы какой-то есть просвет, моща, он, в принципе, может пробить. Поэтому, если Жигавар возьмет разгон, у него есть все шансы хотя бы доехать вот до этого места. Главное, не прилипнуть. Мы здесь же на Нивах катались буквально неделю назад, и Генин гелик поварили именно здесь, вот в конце посадки. А что случилось? Ну, пробивал клею двигатель. Что, мотор? Накрылся, да. Вот сейчас меняет. У нас перспективы тут такие. Сомнительные. Не, ну мне, если честно, ну, обидно, что нету какой-нибудь хотя бы одной нормального подготовленного УАЗа, чтобы на крайний случай, что если кто-то... Хотя бы клею пробить. Ну вот эта Нива, она с нами в тот раз ездила, у нее задняя заварка, по-моему, если я не ошибаюсь. А тогда особо некому. А там УАЗик не подготовленный стоит, да, в конце? Ну нет, там обычный патриот. Вот она у нас перспективы туманные. Значит, как копать физкультуру, свежий воздух, шашлыки. У меня нет каких-то слов, чтобы вот описать то, что происходит. Вот такое ощущение, что просто аврал, мракобесие. Вот просто, знаешь, все вот врубились и на лайтах думали сейчас проехать. Ну реально, сидит практически каждая тачка. Хорошо, кто взял с собой лопаты. Фура берет разгон, понимаете, уже сигналит. И, не дай бог, кого-нибудь приедет, потому что снизу тачки стоят и может быть гололед. Короче, делаю вывод, что в следующий раз нужно брать обязательно с собой лопату. Потому что вот тягачей нету. Ждем нашего поджерика. И мне кажется, он тоже здесь будет сидеть. Но сейчас время покажет. Так, менеджер Антон пробивается дальше. Пока у него тоже какие-то трудности. Фразик я не понимаю, что с ним. В общем, тут уже в поле, ребята. Я в шоке, я вам честно скажу, ребят. У меня просто плохо. У нас поджерик приехал. Все, ништяк, техничка есть. Физические процедуры на свежем воздухе. Какая красота. Не умеете вы ездить, я вам показал. Слушай, да тут еще и отрыжка, что ли? Это зимняя резина? Да. А, липучка, все, я понял. Так, Фрадик пытается выехать. Тоже на липе. Ну, а Диман на шниве просто круги наворачивает. Смотрите, не напрягается. Сейчас поедет, всех вытянет. Давай коронную фразу. Что не буксует? Не знаю. Ровная дорога. Но ты как по асфальту, я смотрю. Мне кажется, по поводу травления колес тут никто не слышал. Я тоже так думаю. А трос-то есть? А у тебя нету троса? У нее квад, я думал, трос. Не нужен трос. А есть на самом деле трос? Заряд. Красавица. Лопаты нет. Не у каждого мужика даже трос есть. Лопаты нет. Ну, вот если... это плохо. А так, вот такую хочу. Слушай, ну я думаю, в следующем видосе Антохе по-любому нужно тебе будет лопату подогнать. Ой, да я сама куплю. Я рекомендую розовую. Не, это сильно по-бабски. А каким тогда? Надо нормальную мужскую лопату. Суровую, черную, зеленую, хаки. Главное, без горошка. С большим черенком, да? А на черенке, чтоб это... череп на рукоятке. Она, да. С алмазными глазами. Когда у человека есть новый трос, глянь, Диман. Вчера купил. Вчера специально? Ты что, я не понял тут? Ты тут клинья, что ли, подбиваешь, а? А больше никто не хочет. Да ладно. Смотри, все стоят. Чего все стоят? Не знаю. Ну, все ждут, куда дальше ехать. Берите шаг, ребят, мягкий, чтобы никому ничего не прилетело. Ты только сильно не газуй. А то Нива не продает. Пока что. Не готов? Не надо. Когда он тебя будет тянуть, прям тогда уже в полах. Пол, назад. Газ. Стой! Слушай, ну я понял, что ты уже Ниву не хочешь покупать, она нацелена на Ауди, да, что-нибудь повыше, помощнее.
Да нет, пока я с ней расставаться не планирую так быстро. Ну нравится? Ауди, конечно. Ага. Так, ну, Субару выдергивает Ауди. Рулем влево-вправо чуть-чуть. Катик, рулем крутите, когда. Так это у вас не динамичка, я так понимаю. Обычный трос. Во-во-во-во! А чё вперёд попробуй? Да, попробуй чуть вперёд. А, нет. Во! Я так понял, уже сложились некоторые пары у нас. Прибились Субару, там, с Ауди, да. Интересно, это у них все взаимное, по взаимной симпатии? Я не знаю, ну, наверное, взаимно. Но настораживает, что есть мальчик-мальчик в парах. Понятно. Лучше бы, конечно, мальчик-девочка. Ну, слушай, у нас тут девочка только одна за рулем. Ну, тут очередь стоит, понимаешь? Да. Ну, мы, естественно, не помогаем. Попадай. Я только что Нивы достали, так что все хорошо. Так что уже место забито. А ты хочешь туда фигачить? Нет, ты все передумала? Нет, мне просто сказали, туда не приедем, туда поедем. Давай, пробуй, отъезжайся, ставь. Но нет, там сейчас пока всех еще таскают, мне скажут, стой. Так ты сейчас еще 5 раз застрянешь. Становись на ход, и мы потом, если что, тебя сразу дернем, не затягивай. Нет, я подожду. Вечность это... Это вечное, бесконечное, оно тебе не нужно. Так, ты сколько за ночь спала? Ну, как норму, 7 нормально? Часов. 7? Да. Мы... Антоха 2, я 4. В итоге 6. Ну да, готовились. Макароны там, все дела. А, то есть там сейчас поляна с макаронами? А жиговарка у нас зачем? Ты не в курсе? Так, ну, наверное, ты, надо ты выезжать на макароны. Ты не в курсе? Опа-на, ну сейчас, короче. Я вообще не в курсе, я вообще здесь первый раз. Но сейчас будем удивлять. Да я уже нормально так удивилась. Вроде едешь нормально, потом провалился. Хайлюкс пытается, не сдается, да? Ну а что? Кушка проехала, прадик проехал. Какая кушка проехала? Посмотри, кушка назад уже есть. Но я скажу, что это достойно уважения. Может, он вообще развернуться, ребят, попробуйте. Только аккуратненько. Но теперь все. Подъезжай, выдергивай. Я? Конечно. Туда? Да. Нет. План говно. Я в этом не участвую. Давай, не просто, смотри. С тобой, снимай. Подожди, не копайся, потому что это тут вообще по порог жестко. Давай сейчас трос хотя бы прицепим, попробуем руками. Если нет, тогда уже будем тачку искать. Не-не-не, вот реально вот сантиметров 30 бы, и ты бы потом бы сам выехал. А ты прям попал в колею уже набитую и на пузо порогу сел. Либо смотрите, либо вам сейчас вперед продернуть, потому что Антон не сидит и Прадик не сидит. Его чуть туда вперед дернуть. Но тут угла не хватит. Ты не травился? Ну чуть-чуть бы сделал бы, получше пошла. Давайте сразу сюда, не в форту, а чуть в сторону. Не-не-не, тут уже, да только тянуть, пацаны, до Ромова. Мало мужиков, надо еще один трос и побольше людей, че? Я тебя понял, для чего в Хайлюксе такой багажник, знаешь, для чего? Лопатка. Что делать? Лопатка. Какую лопатку, чтобы всех пацанов сажать, если застрял с собой. Итак, оборонен! Рано отпусти. А, ребят, а Шкода полноприводная или это передняя? Ага. Димон. Здорово. Здрасте. Давай по-зимнему. Давай. Их не было полноприводных. Мурат, ну как ты вообще оцениваешь шансы на победу? Проехал, ну, вряд ли 7 из 10. Тут, по-моему, трасса прям 10 из 10. Что там, кто говорил сложность 1 из 10? Где этот человек?
Антон! А где Серега? Он вообще, по-моему, туда, где Серега? Я его не вижу. Где он? Где автомобиль? А я вон там, сверху. Просто не то. По-моему, он слышит, ребят, знаете, так это... А, вон, я думал, ретировал. Серег, слушай, у меня, знаешь, какой вопрос? Сложность 1 из 10? Да. Все проходили. А что тогда 7 из 10? А, то есть это так, типа, разогнаешь? Мы не думали, что так будет. Это игра на камеру. В общем, ребят, это все постанова, машина едут, никто не застревает. Да, да. Ничего себе, какие тут девчонки. Вот это вы красотки, что приехали. Еще и сами. Да. Слушай, я думал, у вас только одна девушка сегодня за рулем из Белгорода. А вы Воронеж? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, короче, вы сегодня поставите конкуренцию. Только туда вниз не едете. Хорошо, еду наверх. А первый раз или уже были? С вами первый раз. Очень я решил начать. Вообще класс, супер, слушайте. Ну, пожелаю удачи. Ты что-то не открывается. Ты опять застрял? Сейчас поедем. Ауди, блядь, от угла. Слушай, ну вот что? Вот. Слушай, ну штурман у тебя вообще зачетный. Давай чуть-чуть назад и прям так же. Руки трясут? Нет. Что, ты даже не, адреналина не получила? Это херня вообще. Ты на опыте, что ли? Конечно. А первый раз или уже нет, было? Нет, ты что? Краб. Я лучше этого. Так, не матерись, а то тыкать потом надо. Запикаешь. Давай чуть-чуть и прям так же. Сейчас, дай это чуть-чуть там это остудится. А-а-а. Не, ну, я проехал дальше все Ауди. Не, ну, кушечка упадать проехала. А ее разве не толкали? Конечно, толкали. Причем, девчонка, смотрите, еще ни разу не застряла. Так, а что по мотору вкратце? 1.8 турбо. Ну, чип там, не чип, что есть? Или... Дать секрет. А, начинается, а? Ну, больше 200. По-моему. А в стоке сколько? 170. 170, да? Ну, американка 170. Ну, стоит H1, я так понимаю. Не скажу. Пусть это будет секрет. Значит... Прошло 2 часа, мы проехали 100 метров. Ну, так всегда. Диман, ты был чересчур самоуверенно. Это страх. Ну я же откуда выйду? Ты травился? Нет. А он начинает. Не надо. Не надо травиться. Сегодня лайк. Один. Лайк. Один из десяти. Какой травить? Вот так надо ездить, мужики, учитесь. Что творит бестия, а? А, все. Все. Знаешь, тебе в этот момент нужно такие очки черные ставить. Ну, все, короче, не копай, чтоб легче потом вытащить. Не копса. Что такое? И не посмотри вон в камеру красивому дяденьке. Привет. И не посмотри какой. Лизать не надо. Я раскусил Антона. Вы здесь все специально сделали. Ты типа такая прокопала, застряла, выехала, а потом Антон по твоим следам. План банан. Антон. Она есть. Я когда читал объявление. Ну да, тоже.
Один из десяти. Это все ваши операторы, охренеть. Я думал, вы приехали долбить, а вы приехали снимать сюда, оказывается. Приехали жрать готовить. Не-не, пацан, давайте жрать готовить, а не снимать. Он не здесь рано еще, давайте подальше. Мы друг друга снимаем, хоть. Мы, по крайней мере, смотри, Антох, мы сейчас сюда по-любому на заговорке поедем. Если застрянем и будет тяжело тянуть, тогда, соответственно, мы здесь тормозимся. Давайте. Вопрос просто, этой же дорогой возврат будет? Нет, наверное, нет. Там как-то через поле возвращаемся. Опа, на. Все, поехали. Так а там, по-моему, еще народ тоже сидит. Там народ жестко сидит на обочине. Они даже сюда не могут попасть. А ты говоришь травиться. Я теперь один из десяти подготовлен. Диман, ну мы семерку. Я поехал за Диманом. За нашим. Наш в поле сидит. А, давай. Кто-то пробился туда уже или что, пока мы там сидели? Поехали. Все, поехали. Погрелись пока. Пускай он первый. Приехал последний, поедешь первый, понял? Чё, к Димону не попасть? А как проехать? Я не знаю, тут все пробка. Сейчас, погоди, пусть седьмая отъедет. Недалеко, наверное, но отъедет. Эх, как бы я сейчас на регистраторе выезжал. Слушай, Река, девчонки на 400 должат. Да, там и вон, на Мицухе девчонки приехали. А Зуба это пока стоит. А там еще этот, X5, по-моему, оксился. Самое прикольное, что мы здесь уже, часа полтора, еще не все машины съехали с дороги. Миша, зато мы затопили нашу печку. Ты уже затопил? Кухню, конечно, у нас уже вода закипает. Слышишь? У вас все серьезно. Вам рановато мы сделаем. А что рановато? Посмотри, я, мое ощущение, что вы дальше, чем на метров 50 отсюда не сдвинетесь. Ну, нет, а мне все равно нравится. Главное сейчас, процесс. Вот мы сейчас чаечку. Самое главное это процесс. Куда мы там доедем, не доедем. Главное процесс. У нас на сегодня два блюда. Нет же у нас какого-то определенного. У нас азимута куда доехать. У нас цель какая. Если бы там в конце был Абанин, папа, тогда вопрос. Начинается. Долетели бы в 2 секунды. Ну что, нет, Мир. Это же самая вот эта фраза, она звучать должна именно так. Из песни слов не выйти. Нет, вы понимаете, вот вы дальше в семерке, все равно на, дальше, чем на 100 метров, вы от нее не отъедете. А мы не собираемся. Вот. Там же сейчас весь движняк будет. Посмотри на нас, мы от пищеблока вообще далеко стараемся не отходить. Не, ну мы просто, знаешь, как я увидел объявление у Антона, думаю, блин, что, пацаны приезжают в Белгородский, наши собираются, нужно как-то поддержать, не знаю, накормить, гостеприимство выказать. Я думаю, к Антохе еще приедем обязательно, семерки. Как он? Ну, у него нету там печки с собой. У нас, мы на своей приедем. Приезжайте. Да, наверное, там по весне, когда снега может быть. Приезжайте, у нас есть локации. Томаровский Казантип. К нам в Томаровку в гости приедете. Все. Ну, все организуем, я думаю, выезд это 100%. Я что-то подзавязал. Ты правильно. Будешь водителем у нас. Только по следам, по одним. Чтобы, пусть все едут по одному следу, по тачке, чтобы доехать. Давайте, показывайте, ребят, дорогу. Все, ребят, давайте пробиваемся, становимся в очереди по одной колее.
Не, надо спереди прям колеса копать, скорее всего, на снегу уже висит судьба. Да нет, она не висит, она накопала. По льду скользит просто. Ну у тебя уже прям яма хорошая идет, накаталась себе. Отлично, пойдет. Рулем чуть лево-вправо, лево-вправо. Во-во-во, пошли. Слушай, ну есть что, вот смотри, там даже Хайлюкс буксует. Так что ты вообще просто крутая. Не-не, назад так же. Прям сантиметров 20 и пробуй. Все, хорош, все, пробуй. Включай вторую! Я не понимаю, что происходит. Кабан приехал, да? Слушай, ну Антох, посмотри, ну и Семерин заехал. Ну варианты, по-моему, есть уже. Да, однозначно. Смотри. Ходами, все красиво. Саня, давай. Стой, Санек! Чего? Говорят, вперед не проеду, типа назад. Погоди, какой план? Мы решили это, что никто не проедет и поедем в другие горки. Отсюда убираемся все. Ну, много легковых не проедут. То есть нам пока не готовить? Да, ну, 500 метров вверх поедем куда-то налево, там какие-то горки, сказали. Блядь, что творит? Ха-ха-ха! У меня сложилось впечатление, что Жига просто приехала, знаете, так типа развернулась, унизила и обратно уехала. В общем, поговорили с менеджером Антоном, решили, что разворачивались, потому что там ну, практически никто не проедет и много легковых автомобилей. Вот, кстати, смотрите, где Жига буксовала. Вот, и будем в другое место пробиваться. Смотри, Антоха, где Жига проехала! Угол, кстати, глянь, напрягается. Да ладно! Красавец. Слушай, ну ладно, как-то полегче проехал. Ну, ладно, груженая. Что там 80 килограмм? Один человек на заднем сиденье. Так, пойдем смотреть. По-моему, там А7 тоже сидит. БМВ что-то ребята поломали. Мерседес теперь откапывать, наверное, до утра. Вот семерка уже по кругу развернулась и уехала. Постыдно, да? Давай. Нет, подожди. Конца. Ну не пугай твои под ногами. Под руками. Давай, давай. Вперед меня толкайте, давай. Просто ты опять всем дорогу прочищаешь. Ну давай. Ну как им не стыдно? Не хочется вообще назад. Ну-ка еще пару раз. Давай, слышишь, лопаты вычистим сзади, хотя бы из-под колес. Сейчас немножко копнем ее, и она поедет. Ну просто под колесами лед уже. А это у нас главное развлечение дня, а седьмая на трассу Патриота катается. Где лопата? Там. Да? Мерседес копает мои лопаты. А у тебя полный привод? Да. У тебя перед вообще не работает? Потому что, когда одно колесо висит, работает только задний. То есть типа блокировки да. Нету, да, между севой? Да. Так. То есть по факту задний привод? По факту, да. Ты понимаешь, что ни один мужик лайк не поставит за такое видео, что ты творишь? А потом, не, знаешь, там обычно лагерь делается на двоих, там, кто говорит, там, место бабы на кухне, там, Ауди уйдет, все дела, ну, запикаешь потом еще. А другие говорят, что ты молодец. Ну вот, и все как обычно. Я за третий вариант. За третий вариант? За какой? За ты молодец. А, за ты молодец. Рассулёк такой раз, четкий. Куда? Будешь новый кумир канала.
Слушай, ну а ты, это муж или кто, или? Да. Муж, да, слушай, ну за что ты так провинился, расскажи? В смысле? Ну ты знаешь, там типа, так, в субботу едем копать лопаты. Знаешь, с чего все началось? С того, что у меня... Теща на дачу! У меня жгли как бы под зимний дрифт, а потом еще и Ауди появилась для оффроуда, так что ему вдвойне не повезло. Кого не разрывать собираются, Мерседес, Уазик или Ауди? Слушай, ну кабан присел прям очень хорошо. Давай, твоё, пошли! Опа! Видишь, а? Давай, Мерин, тащи УАЗика! Все, сидит опять. По-любому. Но он так сам не поедет. Я так понимаю, все, значит, тупо заднеприводный становится. Ребят, если кто в курсе, может быть, просто автомобиль неисправен, и все там должно крутиться, напишите обязательно в комментариях. Либо это на самом деле так и есть, и если ось пробуксовка полная, то переходит вся... мощно задний привод и, соответственно, все на этом. Ну, как минимум, сейчас час полтора точно прокрутим здесь. Вот кто парик красавчик. Я дошел, но оно это... Пошло, но не пошло. Ну, не пошло, да. Не, Антон, на всех называют. Да. Туда. Субарик он. Все назад разворачиваются, давайте, обратно. Все назад. Да, там не проехал. Вообще? Под слово совсем. Аккуратно назад, обратно. Слушай, она у тебя в защиту не ушла ни в какую? А? В защиту не ушла? У меня защит нет. Толкать! Не бросай, не бросай! Не бросай, давай! Лопат! Ну, он говорил, что тут можно проехать, блядь. Ну и проедем. Надо бампер забрать. Мы заберем. Чуть-чуть надо откопать ее, и все. И сейчас четко будет и спереди тоже. И опять тут осталось выключить его. Да, у днище плоское, нормально, должна как на санках проезжать. Офигенная лопата он батя дал вообще. Как знал, прям. Любовь. Точно. Короче, по затерке сегодня не едут. Так, она тебя пугает. Да ладно, у меня такая же, не переживай. Давай, разгон нормальный, что ты его мутузишь? Метров на 5 и все, и газ палат. Это не ты, где у тебя есть пассажир? Пускай оттягивает, чтобы разгон был. Сейчас намотаем и все, приехали. Ебать ты, Лех, на, занимайся нахуй. Сейчас он нормально разгон возьмет. Лишь бы я без морды не остался после такого разгона. Да нет. Руль вправо, руль вправо, руль вправо, вправо, здесь вправо, вот. Газуй, давай, в пол. Все, хорош, чуть назад. Едет, да. Пошла! Ну, то есть купил Audi, покупаешь Патриот, и все, ты поедешь везде. Ну да, тут тоже как вариант, очень хороший вариант. Руль вправо, уходи правее. Вот сейчас вот так держи, когда он будет второй раз тебя дергать. Причем, ребята, это не динамичка, это обычный трос. А все, Субару сидит. Я не застрял, я прилип, называется. Не, погоди, она пока шевелится, не надо. Да мне кажется, там снег тает от мотора. Снег тает. Да ее сейчас раскачки. Так, все, а седьмой вытащил. Хорошо пошел вообще. Слушайте, мне кажется, сегодня конкурс, у кого лопата круче. Ну, видимо, да. Премия дворника года присуждается. Владельцы в Ауди. Да, давайте уже, цепляйте, а то мы так до утра будем. Сейчас он тоже сядет, смотрите. Дрю толкать. А он же что-то говорит. О, у меня сейчас там это. Land Rover может. Ау! А у меня же спереди не за что цепляться. Не за что цепляться, да. В смысле? В прямом. Потому что я на трассу никогда не езжу. А где крюк, куда? Нету. У меня вот сзади есть, потому что я всех таскаю, а меня нет. Да, поэтому у меня три лопаты. Мне кажется, разработчики Quattro не планировали, что... Да ладно. Будет такая жопа.
Вот, а седьмой пойди, расскажи. Снег, это же территория Кватра. Да. Слушай, ну я предлагаю им сюда проезжать, ролики про Кватра снимать. О, можешь начинать. Такое оно говно. Не, а что, они говорят в инстаграме, типа, снимайте ролики, как Кватра валит по снегу. Выкладывайте, отмечайте нас, мы будем репостить. Вот, ну, они имеют в виду, когда там снега, вот так. Ну, конечно, он такой рыхлый еще, но в морозе она там едет вся. Пустой, да? Красивенько, да. Субаристы с субаристами борются со снегом. Ох, хорошая трасса у парней. Не, ну слушай, ну к весне 100%, если что. Ой. Нет, вообще это... Сегодня надо попасть в Воронеж. Вечер сегодня. А Субара, значит, просто так, значит, катается, да, так, без напряга. Не, ну тут, мне кажется, низов вообще не хватает. Видишь, она вроде как начинает ехать, но турбояма, она еще в конце, когда она все раздувается, уже все, там газ полазит и сразу вниз ползет. Ты гля, Антох, он просто по кругу дубасит. Короче, форестеры умеют делать. Бля, какие льдины. Люди, звери. Надо очищаться от этого. Еще. Стой. Да стой, куда гля разогнался. Ребят, кто-то кросс натягивайте, пока он разгоняется. Я думал, что-то легко поехало так. Ты больше динамики возьми, тебе инерции не хватает. Да ебать, корвется просто. О, пошло чуть-чуть. О, это хотя бы более безопасно. Ребята, вот что с тачкой-то. Да и походу разобрались, там этот патрубок соскочил на насос идущий. А, все, встал. Он даже на старый хомут встал. На, еще одни подтяни. А там он вставлять надо, там, блин, не получится. Слушайте, ну ремонт BMW в полевых условиях. Да, вообще супер просто. Всего лишь ванг соскочил. Оказывается, так тоже можно было. Антон, я что-то таких грустных глаз еще ни разу не видел у тебя. Я хочу, чтобы покататься, а мы наблюдаем просто. Приезжает у них даже нет этого вертыша. И бросить как бы сложно. И Бэха стоит, плавалась, и Ауди застряла. Бэха вроде сейчас планирует ремонтировать. А мы приехали за тысячу миллионов километров, хотим просто покататься с вами нормально. Горки, прекрасно. Ну слушай, ну погода сам видел какая-то. Просто снега нападало. Полная погода. Слушай, ну давай быть объективным на топ. Я вот каждый раз говорю на видосах. Ребят, ну берите хотя бы с собой трос и шапку, чтобы это было. Вам если вот вы поедете сами. У нас Леха как-то всегда бесится от этой темы, что люди с собой ничего не берут, вообще ничего. Они даже не знают, где у них, куда вкручивается этот вёртыш. А у кого длинная есть? Ну смотри, у нас четвертая турбо девочка. Ее на трассу еще никто не тянул, потому что у нее даже петли нет. С лопатой проехала сама. Муж с лопатой, она за рулем. Вот такой вот дуэт получается. Какой план действий? Ладно, что, мы бросаем, и скорее сами выйдут. Прикапывают, у них нет носок, ничего. Подожди, а есть мужики, за что вообще прицепить? Да нет. Да вот, если было, нет. Трюка, нет. Трюка нету? Нету, бетли. Да. А сзади? Нигде, нет. Ну, отверстие есть, самого нет. По резьбе ни один не подходит, чтобы 4 попробовали. Да, рыбная, короче. Слушай, ну я вот А4 тоже купил новую, и там ее не было с завода. Я позвонил с салом, сказали, нет комплектации. Ну, я не знаю, что там думали. Давай, давай.
Давай чуть назад. Открой окна. Все окна открой, давай. Открой окна, давай сейчас чуть-чуть попробуем. До полной, опускай. Упор был, да. Стойки, крепкие сечалку вот так прокусить. Туда-сюда, давай. Раскачку покажи. Раз. Давай, не бросай в тапку в пол. Стой. Не один я такой. Назад чуть. Давайте, парни, пошла, и всеми толкаем до конца. Опускай окна. Стой, подожди, она у тебя поднята. Потому что у тебя спереди вообще в арке колесо. Она говорит, колеса. Она вообще упала. Не копай сейчас, рывок будет. Она не будет. Она вообще упала. Надо разогнаться хотя бы немножко. Жопа еще высоко, а морда упала в нем. Давайте на жопу, давай. Давайте, пацаны, сейчас пойдет. Не пойдет, а потом... Пойдет. Так, выражаю всем большую благодарность за помощь в выручении Audi. Все молодцы. Все из него, Магарыч. Да. Антох, ну, в очередной раз говорю, что самое главное – это организация процесса. Правильно, молодец. Да. Пойдем, глянь, там уже нас все ждут, пока мы по седьмую доставали. Фу. Подожди, а там парни вон еще сидят.